Это Берлин. Unter den Linden. Демонстрация против несвободных выборов в России. Трудно сказать, сколько здесь людей. Может быть, 2-3 тысячи. Все эти люди двинулись сейчас к Кристаллу. Только что был митинг около российского посольства. Теперь все идут по улице. Движение перекрыто. Скандируют красивую группу. Говорят, крупнейшая демонстрация протеста в Германии. Я имею в виду русская демонстрация, конечно. Буду снимать до тех пор, пока не сядет батарейка. Путин, get out! Но люди пришли даже с детьми. Ну и, конечно, моя полиция меня бережет. Вон насколько.